Выключить, конечно, можно. Нет. Вот раз и выключили. А о людях вот никто не подумал. Не подумал. Плюс сократились люди, рабочие места, плюс люди на производстве. Это тоже нужно об этом думать. Это очень емкая точка. Здесь мы за неделю продаем 200 с лишним литров молока. Плюс хлеба, 3 подвоза хлеба, по пол машины. Вы поймите, это... Район большой. Да. Район такой. Хорошо, но поймите, мне нужно сейчас правильно все структуризировать, в плане того, что... Ну, тогда вы же свет ремонт... подключите, это же не докажет. Что-что? Ну, свет подключить, если вот говорят, что не только... Я сейчас пока... Мы вчера обо всем говорили. Мы говорили в том плане, что... вот если когда мы будем монолит формировать, павильонов в одном ряду, да, мы будем помогать и разговаривать с сетевыми компаниями, чтобы шло подключение. Обязательно. Я знаю, что сколько это труда и сколько пота нужно, чтобы согласовать с сетевиками вопросы подключения. Ну, естественно, опять же, нужно мощности и так далее, сколько это все. Поэтому эту неделю мы паузу берем, на следующую через недельку, как говорится, мы встречаемся. Но встречаемся не просто, а я должен донести. А неделька, это тоже срок. Ну, Неделька это срок. Может неделя быть, не стоит срок, вот все-таки испытывать людей. Я конечно, как бы, неделя если это уже большой срок. Принято, не стоит испытывать. Ну, свет-то подождите, если я говорю, что свет. У нас все печется и все делается. Давайте не поддавливайте, я тоже человек такой, что в плане того, что я же понимаю вас, я понимаю, но мне надо все правильно взвесить. Да, вы сейчас скажете да, сейчас выползут те, которые вообще там ни в каком состоянии они не должны быть. Они будут ссылаться на вас пальцем, говорят, потому что почему эти можно, там нельзя. Да. Поэтому мне нужно все взвесить правильно. Ну, я думаю, что это социальный прошу объект. Вас тоже понять, да. Это потому что сразу все на нет нашу вот эту значит, стратегию, ну, то, что мы хотим навести порядок.